В беде не оставим. Глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Нажевникова заявила, что одесские волонтеры готовы помочь людям из Луганской и Донецкой областей. В случае, если украинцы решат уехать из этих регионов, то в Одессе им предоставят все самое необходимое – медикаменты, вещи и питание. Обращаться за помощью можно по адресу Лютеранский переулок, 7. Впрочем, как отметила Екатерина, вопрос с жильем остается на повестке дня у власти, ведь корпорация монстров просто не в силах обеспечить людей временными квартирами. Это большая проблема была в 2014 году, она и остается. Эта проблема решается только на уровне государства, и поэтому очень хочется, чтобы государство уже задумалось о том. Да, конечно, мы все верим, что ситуация не усугубится. Но верить это, чтобы мы не попали опять в историю 2014 года, чтобы мы не попали опять в историю с коронавирусом, когда все надеялись, что авось пронесет, а потом, когда уже все произошло, было поздно что делать. Уже сейчас надо предпринимать какие-то действия и понимать, где они будут их размещать в случае резкого усиления потока людей к нам в область.